Так, сегодня 8 марта 2022 год, Харьков, женщин с праздником поздравляю. Это подвал, в котором наши соседи пережидают. Не выходить сюда. Пережидают освобождение. Это подвал, в котором наши соседи пережидают освобождение. Нас, русскоязычных жителей Харькова. Видал? Градина. Я думал, это мина. Нет, градина. Вот здесь торчит. Хвостовик. Я хвостовик вот там видел с града. Не, мины 82-е летели, 120-е. 4 километра, 4 километра, миномет 4 километра, с бобро. Вот там шестнарик с бобровки бахнули, там по-другому не могло ниоткуда прилететь. Я когда увидел, я понял, что они уже не с циркунов по нам лупят, а уже с бобровки. Потому что с циркунов они бы не попали. С циркунов и с бобровки, вот это два опасных направления артиллерийских. Так. Пересидим? Не, пошли.